Ведьмак 1 — это основополагатель культовой серии игр The Witcher, которая была написана с книг такого человека, как Анджей Сапковский. Этому усатому дедушке, на секундочку, почти 75 лет. Но этот дядечка не так прост, как может показаться на первый взгляд. И он не очень долюбливает эту серию игр. И неспроста. Об этом мы поговорим в пункте про историю. Сама же первая часть Ведьмака получилась очень особенной игрой. Во всех смыслах. Чего стоит только эта нашумевшая боевая система, о которой ходят такие споры. Шо капец. Ей мы тоже косточки перемоем. Честно скажу, поиграв в первый Ведьмак, у меня остались очень смешанные ощущения. Эта игра одними восхваляется, другими в лучшем случае называется пробой пера CD Projekt Red. Той самой CD Projekt, которая в будущем сделает куда более известную на весь белый свет третью часть Ведьмака, на которую до сих пор равняются многие разработчики, слыша что-то лестное в свой адрес, вроде «это Ведьмак от мира шутеров», что, кстати, в итоге стало своеобразным мемом в геймерском комьюнити. В общем и целом в этой игре нужно разбираться, чтобы в итоге прийти к ответу, как играется этот проект в этом году с точки зрения прожитых лет над игрой. Первая часть Ведьмака в свое время удивила мир своей боевой системой, так и Perfect World, вышедший 15 лет назад, продолжает удивлять своих игроков хардкорным PvP и невероятно атмосферным фэнтезийным миром. Игра ни разу не останавливалась в развитии, в ней появляются новые классы, красивые локации с красочными континентами, где происходят межсерверные войны, но в игре есть и опасные подземелья. В Perfect World есть и неожиданные истории, например, история любви главных героев нового подземелья, вместе с окончанием истории западных земель и прологом восточных земель. Все это завлекает в игру по-новому. В западных землях появилась крутая локация. Небо предела — это сюжетка по скандинавским мотивам. Кроме того, в каждой из новых локаций доступна новая система мировое путешествие. Она направлена на исследование локаций и включает в себя разные активности. Просмотр красочных локаций, сражения с группами монстров, решение загадок и систему костров-телепортов. А в награду дают полезные предметы и уникальные титулы. Разработчики хоть и не Павел Дуров, но они вернули стену со спящими драконами. Игрокам на сервере предстоит вместе пробуждать их, чтобы получить доступ к особым ежедневным заданиям, а также главный приз ивента — руну 9 уровня. Разработчики наконец-то завершают третью страницу хроник героев истории про лучника. В наградах есть как опыт с духом, так и уникальный титул с декоративным питомцем, которого можно использовать в новом подземелье, представленном через 5 снов воспоминаний. В каждом из них происходит важный момент истории, а также сражение с определенным боссом. Игрок сам выбирает очередность прохождения, что в итоге будет влиять на сюжетную составляющую и награды. Что касаемо классов, у всех изменили текущие умения и переработали некоторые эффекты рун. Кроме того, благодаря открытию неба предела, можно разблокировать еще 3 ячейки для великих умений, что позволит получить больше полезных бонусов от навыков. Это лишь малое описание тех монструозных изменений, которые произошли в Perfect World за все это время. Не жди, заходи и опробуй их по ссылке в описании бесплатно и поделись впечатлениями. Разработка, а точнее сказать, написание первой книги началось уже мною вам представленным Анджеем Сапковским. Это польский автор книг, выступающий в жанре фантастика. Собственно, фэнтези-сага «Ведьмак» и была придумана им. Забавно, что по итогу именно эта сага и осталась единственным заметным творчеством в его портфолио. В фишках его произведений и писательном искусстве отмечают авторский стиль, который свойственен только ему. Что также ему свойственно, так это мелочность. Вы, наверное, удивитесь, услышав то, что в 2002 году он продал студии свои права на создание произведений во вселенной чуть меньше, чем за 10 тысяч долларов. По интернету ходит разная инфа, где-то пишется, что в 2004 году Сапковский продал все права на Ведьмака компании CD Projekt за немыслимо маленькие 16 тысяч долларов. Вне зависимости от этих цифр и разных источников, это чудовищно маленькие деньги. Причем CD Projekt Red, как честные люди, предлагали писателю процент от прибыли. Самое угарное, что тот сказал следующее: «Не будет никакой прибыли, просто дайте мне мои деньги прямо сейчас и валите». Ну, валите я преувеличил, но примерно в этом духе. Как он сам впоследствии говорил, пролетел по собственным прикидам он где-то не на 16 тысяч долларов, а на 16 миллионов долларов. Сам же подмечая, что это было очень глупо с его стороны. В 2018 он снова заявил о себе, предъявив претензии к CD Projekt Red, требуя компенсацию. Самое странное, что красные не стали спорить со старым и выплатили ему польских гривен. Сумма сделки не разглашается, но деду явно скинули на счет больше 16
$20. Но что бы вы думали, как в той сказке, уступишь раз, уступишь и два. Он еще не раз предъявлял претензии, но впоследствии Реды уже свали его нахер. И это с учетом того, что о его книгах никто знать не знал, а игровая франшиза популяризировала его книги, что подстегнуло продажи. Короче, оставив детка с его шизой на обочине истории, начнем говорить непосредственно про разработку игры. Сама игра предполагает свой старт как продолжение после книг Сапковского, то есть в каком-то роде это фанфик, полностью придуманный и написанный CD Projekt Red. Для игры ни слова не было написано изначально из-под пера Анджея, так что претендовать ему не на что. Сеттингом тоже стала, по сути, солянка из всех книг, а не какой-то определенной. Что забавно, не только CD Projekt Red предлагали выкупить права на франшизу у Сапковского. За 6 лет до создания красного проекта к Сапковскому обратился Адриан Хмеляш. Нынче он может быть известен вам как один из лучших польских игровых разработчиков. К примеру, он был сооснователем People Can Fly и The Astronauts, его детищем можно назвать Bulletstorm, Gears of War, одну из его частей, ну и так далее. Короче, не самый последний нынче человек в индустрии. Однако тогда, в середине 90-х, он был лишь амбициозным геймдизайнером, а созданная им студия Metropolis еще только начинала выпускать свои первые заметные проекты. Сапковский довольно специфичный человек, но деньги он любил всегда. Metropolis во главе с Хмеляжем заплатили ему $15,000. Это что-то в районе 5 кусков зеленых. Сразу после покупки прав они приступили за разработку игры. Metropolis создала работающий прототип первой главы истории, и в ряде компьютерных журналов даже появлялись первые скриншоты игрового процесса. Но дальше разработка заглохла. К сожалению, все стало куда более прозаично. У студии не хватило денег на воплощение своей задумки. Дело дальше не пошло. Забегая вперед, в 2009 году CD Projekt Red выкупили Metropolis, так как им нужны были мощности этой студии для себя. На этом история метропольского ведьмака закончилась, и начинается история CD Projekt Red, а скорее его основателей, таких как Марчин Ивинский. Знаете, что он делал в начале нулевых? Барыжил дисками западных игр на польском рынке, прямо как у нас на шарашках в нулевые продавали пиратские копии. Так делал и он. Также он познакомился в институте с Михаилом Кичинским. Это, кстати, произошло до того, как они начали торговать дисками. Дисками они торговали уже после. Позже про это он говорил так. Забавно. Теперь меня часто обвиняют в том, что я начинал пиратом. А тогда такого понятия, как пират, в принципе не существовало. Ровно как и польского законодательства об авторском праве. Так что то, чем мы занимались, не было незаконным. И вообще, взгляните на президентов, основателей и крупных акционеров ведущих польских IT-компаний. Как по-вашему, они все с чего начинали? Звучит, конечно, как отмазка, но в целом он прав. Однако постепенно дело шло к легализации всего этого дела, и тогда они решили профессионально продавать игры на своем родном польском языке. Первым амбициозным проектом компании была локализация Baldur's Gate. Одни только права на нее обошлись в 30 000 евро, а сверху этого была красивая коробка, распечатанная карта и много еще всего. По тем временам мы вбухали в проект огромную кучу денег. По сути, от успеха Baldur's Gate зависело будущее всей компании. Цена пятидискового официального издания Baldur's Gate составляла 30 евро. Поначалу CD Projekt надеялась продать лишь 3000 копий, в противном случае компания ушла бы в минус. За 3 месяца до релиза CD Projekt уже получила заказы на 8000 копий, а в первый день продаж со склада отгрузили целых 18000 коробок. Ожидания превзошли сами себя, и тогда они наконец-то смогли осуществить свою задумку и сделать проект мечты, коим и была первая часть Ведьмака. И первые 2 года ушло не на создание, а на организацию эффективной работы студии. В этом основателям помогла удачная кадровая находка, пришедший из кинематографа художник по имени Адам Бодовский. Первоначально студия планировала создать Ведьмака на игровом движке от игры Мартир, но разработанная на нем первая демо-версия была просто ужасной. Кичинский решил взять дело в свои руки и договорился с канадской студии BioWare об использовании ее игрового движка Аврора, который на 2003 год считался самым оптимальным выбором для RPG. Над сюжетом Ведьмака по большей части работали Яцек Камуда и Мацей Юревич, далеко не последние имена в польском фэнтези. Короче, разработка текла полным ходом, на нее у CD Projekt Red ушло 48 месяцев, а производство
государственный бюджет разросся до 20 миллионов злотых. Это на тот момент эквивалент 6 миллионам долларов. Самый прикол в том, что почти 80% бюджета игры шли из средств CD Projekt. И еще они частично занимались сам издатом, распространяя игру в Польше и Восточной Европе самостоятельно. Но, увы, когда речь зашла о мировом рынке сбыта, пришлось искать издательство. В Западной Европе и США занялись этим Atari, а в России — новый диск. Из-за различных задержек и сдвигов выход игры несколько раз переносился, и вместо 2006 года «Ведьмак» вышел осенью 2007. К концу 2011 «Ведьмак» разошелся тиражом более 2 миллионов экземпляров. Игру много за что хвалили, но были и конкретные косяки на релизе, о которых говорили все. К примеру, было очень много багов, гличей и прочего, а геймплейно к игре были вопросы. И вот почему. С точки зрения геймплея, «Ведьмак» оказался очень странной игрой в плане боевой системы. Боевая система базируется на нескольких стилях. Всего в игре их было три. Силовой, по стандартной раскладке на клавишу Z. Также он называется «Школой Волка». Он применяется против сильных, но не маневренных противников, вроде кикимор-воинов, фледлеров или грайверов. Если вы к ним будете применять быстрый стиль кошки на кнопку X, он будет малоэффективен. Именно что против сильных противников, однако против легких и маневренных противников, таких как утопцы, к примеру, этот стиль наиболее эффективен, но если утопцев много, то нужно использовать стиль грифона на кнопку C. Он применяется против групп противников, опять же, использовать комбинированный стиль против одного противника глупо, так как он увернется, для него нужно использовать либо сильный, либо слабый. Каждый противник требует своего собственного подхода, и очень часто приходится менять стиль во время драки, так как группы противника могут состоять из разного рода врагов, под каждым из них есть круг здоровья, который вам нужно привести к минимуму. Цвет круга в зависимости от количества хп также меняется. Цвет играет и другую роль, он обозначает отношение к ведьмаку. Соответственно, зеленый обозначает дружественный настрой, красный — враждебный. В боевой системе была возможность пробить человеку критический урон. Как правило, это было, если вы сделаете комбинацию из ударов, ни разу не промахнувшись. При этом нужно не забывать, что вы играете ведьмака, и у него есть два меча. Нужно правильно использовать стальной и серебряные мечи. Стальными, как и во всех частях Ведьмака, нужно было убивать людей и им подобных, а серебряными — мутантов и всяких мифических херобор. А теперь, почему боевая система первого Ведьмака мне не нравится? От слова совсем. По сути, она представляет из себя элемент пошаговой стратегии, когда вы стоите на одном месте и вашей задачей является просто попасть и вовремя нажать левую кнопку мыши. Чем позже вы нажмете, тем лучше и сильнее будет удар. Это уныние несусветное, лично на мой взгляд. В последующих частях она была уже совершенно другой и намного лучше. Блок вообще хер пойми как работает на правую кнопку мыши. Здесь используется знак определенный, а если энергии нету, то персонаж использует только тогда блок. Но часто бывает затуп, когда блок не успевает сработать и вам прописывают в чичво. Не знаю, вот бывают вещи, которые просто тебя отталкивают в играх, и вот лично для меня боевая система первого Ведьмака как раз такая вещь. А вот вещь, которая мне тут понравилась, это безусловно зелье. Варенье. В игре неотъемлемой частью игры служат эликсиры, смазки и бомбы. Зелья созданы для того, чтобы игрок всегда сохранял Геральта в тонусе и боевой готовности. Задача же смазок и бомб является забустить ваше оружие с помощью поднятия характеристик и увеличения урона. Что интересно, в зависимости от выбора сложности игры, бафы и их смысл разнился. На легком уровне сложности можно было ничем этим не заниматься и ничего не варить, но разве что ласточку для того, чтобы хилить Геральта. А вот уже на среднем уровне сложности приходилось быть обходительнее и использовать те же зелья чаще. Ну а на самом сложном без них просто не выжить было. Вся алхимия, в свою очередь, в игре происходит только в состоянии медитации. Для этого надо найти либо костер, что чаще бывает, либо таверну или условную сейф-зону. Потом кликайте на иконку колбы, которая и зовется алхимией, и в левой части экрана появятся все известные рецепты, а в правой — ингредиенты. Система звучит вроде бы просто, но из-за того, что интерфейс морально устаревший, привыкнуть к нему крайне трудно. Что еще говорит о Ведьмаке как об игре из нулевых, так это то, что для увеличения рецептов приходилось напрямую читать книги внутри игры, узнавая откуда, какие ингредиенты добываются. В основе своей это потроха чудовищ и травы, которые покупаются в трактирах или находятся на локациях пребывания. Но всегда основой для создания эликсира и зелий служит чистый спирт, водка, разного рода настойки или та самая
самая белая чайка. Для смазок, в свою очередь, нужен жир, а для бомб – селитра, ну или порох. От качества основы зависит количество ячеек, доступных для добавления ингредиентов. Максимальное количество ячеек 5. В зависимости от выбранного рецепта, количество ячеек меняется. Это основные нюансы в алхимии. Она получилась углубленной, ни в коем разе не для кажуального игрока, но удивительным образом игра подпитывала в тебе интерес создавать зелья. Кстати, можно было нажимать на кнопку нужного вам эликсира, и если у вас были все ингредиенты, он сразу создавался. Что еще говорит о Ведьмаке как об игре нулевых, так это тотальная сексуализация женщин. С каких же пикантных ракурсов нам только не показывают Трис. Так как в игре существует сексуальная жизнь, за каждый, так сказать, новый половой акт игроку открывались новые карточки с, так сказать, очень жаркими ракурсами, если так можно выразиться. Ну, CD Projekt Red всегда этим славилась. Даже в Киберпанке это было, правда, там и голубизны подкинули. Впрочем, это уже совсем другая история. В игре был изумительный юмор. Главного героя озвучивал Владимир Зайцев. И если вы, как и я, пошли играть в первого Ведьмака после третьего, то голос Зайцева будет отличаться от Всеволода. А мне показалось, результаты тестов положительные. Старый Ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропал. Кстати, хочу подметить, что в одном из квестов можно услышать Всеволода только в роли не Ведьмака, а обычного бандита. У тебя крыша поехала, дед долбаный! Беги, пока я тебя не прирезал! Но смею заметить, что голосу Зайцева привыкаешь, и он не звучит для Геральта чуждо, а я бы сказал, он вполне уместен. Еще в игре, так как это Ведьмак, развит юмор. В диалогах часто проскакивают шутки, а особенный упор здесь сделан на пьянку. Геральта часто пытаются напоить. Тут даже условный сайд-квест слэш-развлечение есть, которое называется «Перепитие». В этом квесте вы за выигрыш пьете с оппонентом, и кто продержится дольше всех, выигрывает пару монет. А еще тут был прикольный квест, когда персонаж напивался и коверкал ваше имя. Мое имя Геральт. Теперь мы знакомы. Тогда выпей со мной, мастер Гервант. Я ненавижу шпионов. А ведь мы все знаем, что шпионы не пьют. Давай тогда выпьем. Но и сам Геральт не забывает выкидывать всякого рода остроты и приколы. А ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах, он, ну Я рад, что с тобой все в порядке. Стоит также подметить, что в игре была и неплохая постановка кадра для тех лет, особенно в катсценах. В Каэр Морхене вы заметите это невооруженным взглядом. Что же касаемо графики, то тут ситуация обратная. На мой взгляд, игра сильно уступала в мимике лиц, анимации телодвижений и прочем. Как двигался персонаж, это было чертовски заметно. Если сравнивать с тем же Mass Effect, вышедшим в том же году, кстати, тоже во второй половине седьмого, там анимации движения были намного мягче и красивее. В этом плане движок Unreal Engine 3 справлялся лучше. Нет, не поймите неправильно, пейзажей как красивых, так и мрачных в игре хватает на ура. Мир в целом красивый, просто если мы говорим не про визуальную часть, а про графическую, она, конечно, проигрывала своим аналогам на тот год, да и раньше, в общем-то. Вспомните Half-Life 2004 года выпуска. На релизе, кстати, у первого Ведьмачка было много проблем, вылетов, критических ошибок, дропов FPS, но если вышеперечисленное починили, и уже сейчас этого в игре вы не встретите, если купите оригинальную игру, естественно, в Steam, то вот баги до сих пор встречаются. Особенно забавно выглядит баг с волосами бороды у местного пастыря. В целом же у многих персонажей подобные визуальные непотребства встречаются. А еще в игре очень антуражная локализация. Привычные нам места были озвучены иногда с неправильным ударением, иногда с произношением другим, отчего очень резало слух, если вы, как и я, приходили с новых частей в эту первую часть. Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр Морхене. Товарищи лингвисты, возможно, меня поправят, что именно этот вариант ударения правильный, но это очень контрастирует с той озвучкой, которую мы слышим в последующих частях. Но что сильно отличало первую часть Ведьмака и говорило о ней как об игре старой школы, даже на тот момент в игре была возможность играть с видом сверху, прямо как в GTA 3. Ну, не совсем, но все же похоже. Кстати, по GTA 3 я недавно делал видео, гляньте. По сути, тут не обязательно иметь клавиатуру, чтобы пройти эту игру. Вы нажимаете, как в стратегиях с видом
взглядом сверху левую кнопку мыши и идете туда, куда показывает вам игра. Так что если разбили клаву после слитой катки в доту, не печальтесь, всегда есть первый ведьмак. Что же касаемо открытого мира в этой игре, то он не совсем open world. Здесь есть большие локации, по которым ты можешь бродить, но все они ограничены, условно говоря, коридорным направлением в сторону выполнения основных сюжетных задач. Присутствуют и сайд-квесты, их очень много, но это в конце концов ведьмак. И так как это ведьмак, здесь было очень много разветвлений в ролевую часть. Можно было закончить хорошо, спасти персонажа, к примеру, а потом по сюжету он вам встретится, а может он умрет и о нем упомянет один из других персонажей. Помимо квестов в открытом мире, все так же есть места силы, энергии, но помимо них в игре были еще некие камни силы. Суть в чем? Когда ты подходишь к нему, ты получаешь буст с определенным бафом для конкретного знака, к примеру, арт. И встречаются они практически на всех локациях в игре. В целом же характеризовать открытый мир первого Ведьмака можно так. Это игра старой закалки. Тебе нужно все читать, всему обучаться, потому что она тебе не скажет, куда конкретно тебе идти. Особенно это заметно в сайд-квестах. Ты должен? Нет, ты просто обязан здесь включать свой мозг для понимания и решения какой-нибудь загадки или головоломки. Кстати, лут-система в игре исполнена тоже в олдскульном, скажем так, стиле. К примеру, если вы носите слишком много предметов, а инвентарь здесь мал, то тогда Геральту нужно будет сбросить предметы в хранилище, ну или сундуки. Что прикольно, это хранилище можно открыть в любой другой локации, и там будут лежать эти предметы. Такой своеобразный сундук Эндера из Майнкрафта, только в Ведьмаке. Большинство лута в этой игре это мусор. В избыточном количестве еда, всякие побрякушки типа эмблем Саламандр, не стоящих ничего, из-за чего складывается ситуация, при которой ваш инвентарь забивается. Вы же в свою очередь можете обыскивать ящички, трупы убитых вами мутантов, людей, дома. Кстати, почти в каждый дом здесь можно зайти. Не то чтобы там будет уникальный лут, но тем не менее. Сама такая возможность стоит упоминания. По сути, обыкновенная лутовая система. Лутаете, создаете, только с нотками старой школы. В игре был избыток предметов не только в лут-системе, но также и в снаряжении. К примеру, помимо двух основных мечей, есть еще два свата под кинжал и под тяжелый меч на поясе. Пользуешься ими крайне редко, так как эффективность первых двух делает бессмысленными остальные. В последующих частях сократят их количество до двух, и их можно будет носить в инвентаре. Здесь такой возможности не предусмотрено. Также в игре не обязательно менять броню. Я пробегал в стандартной, полученной в начале игры, броне до конца. В игре нет как такового разнообразия брони. Есть броня, которую надо собрать из квестов, порядка 5-7 предметов. Но повторюсь, игру можно пройти в самой обычной броне, а вот без прокачки пройти будет практически невозможно. Слева у персонажа есть шкала опыта вокруг медальона. По мере ее заполнения она превращается в монеты. Вначале тебе дают по 3 бронзовые монеты. Когда ты неопытный ведьмак, их тебе надо помещать в специальные дырки, назовем так бессовестно ячейки навыков, которые ты улучшаешь путем вкладывания в них монет. Каждый навык имеет пассивные плюшки, например, в силовом стиле больший урон, или быстрый темп драки будет только при том случае, если будет прокачана ловкость. Ну и все по этому принципу. По мере заполнения ячеек бронзовыми монетами, они будут сменяться на серебряные, а после на золотые. Когда вы прокачаете достаточное количество бронзовых навыков, вам начнут падать серебряные медали, и по аналогу серебряными – золотые. Соответственно, в зависимости от повышения цены, будут меняться и характеристики с бафами. Серебряная лучше, чем бронзовая, а золотая лучше, чем серебряная. Тут, я думаю, все понятно. В отличие от последующих частей, где знаки Ведьмака открыты все и сразу, здесь ты должен открывать их поэтапно, потому что Ведьмак словил амнезию и не помнит своего прошлого, и, соответственно, забыл свои знаки. Но это как раз нам нужно раскрыть в пункте про сюжет. Как я уже говорил, сюжет игры не является пересказом какой-либо из книг Сапковского, а по сути является калькой или фанфиком, ну или продолжением истории Геральта, где он бежит по степи, а титры повествуют о том, что со дня Великой войны прошло 5 лет. Очнувшись, Геральт спускается по лестнице и видит людей, которые его спасли. Собственно, давайте я вас познакомлю с основным костяком персонажей. Геральт — это главный герой с двумя прозвищами. Белый Волк и Мясник из Блавикина. Или Блавикена, уж извините меня, товарищи, придирающиеся к ударению. Родители у Геральта тоже были необычными. Матерью Геральта была чародейка-целительница Висиена из Майенского круга друидов. Отцом был наемник Корин. Собственно, эти черты и воплощены
помещены в Геральте. Внизу он познакомится с рядом важных персонажей. Ламбертом, ведьмаком Школы Волка, самым молодым из них, кто смог выжить. У персонажа очень своеобразный и своевольный характер. Именно над ним Геральт пошутит той самой фразой в третьем Ведьмаке. Но не будем забегать вперед, до третьего Ведьмака мы еще доберемся. Весемир же выступает наставником всех ведьмаков. Он самый опытный и уважаемый ведьмак из Школы Волка, являющийся ее мастером и хранителем традиций цеха. Именно к этой школе примкнул Геральт. Все остальные персонажи будут по сюжету вам представлены более подробно мной. Забавно, что эти персонажи всячески говорят Геральту о вместе прожитых моментах, но так как ему отшибла полностью память, он ничего не помнит. Однако он подмечает в разговоре с Трис, что он что-то припоминает, но не помнит, откуда он ее знает. «Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня». Геральт, о! На Каэр Морхен нападают бандиты под предводительством двух магов с ужасающим на вид монстром Химерой. По словам чародейки Трис Меригольд, одного из магов зовут Савова. Весемир, в свою очередь, подмечает, что это непростые разбойники. Возможно, они хотят заполучить секретные формулы ведьмаков, что, собственно, и оказывается их целью. Тут игра сразу же знакомит игрока с возможным выбором. Либо остаться с Трис, чтобы остановить мага, либо пойти с другими ведьмаками уничтожить Химеру. В любом исходе Химера будет повержена, а один из ведьмаков под именем Лео погибнет. Маги умудряются создать некое поле, благодаря которому успевают смыться сознаниями ведьмаков. В это время, в зависимости от вашего выбора, вы будете помогать очищать остатки бандитов и параллельно этому искать ингредиенты эликсира для ослабевающей Трис. В это же время, если поговорить с Весемиром и спросить у него, есть ли еще ведьмаки помимо них, то он расскажет, что был еще один ведьмак в Каэр Морхене. Но в моменте одного из заданий он просто сбежал и не вернулся. Звали же его Беренгар. Запомните это имя, еще оно встретится. После этого ведьмаки решают проститься с Лео, где прозвучат их дальнейшие планы. Так как Геральт однажды спас дочь Фольтеста, ту самую из заставки игры, Весемир поручает Геральту и Трис отправиться в Тимерию на поиски украденных свитков. Пройдя приличное количество пути, ведьмак решает отдохнуть, но забежав в ворота, он видит довольно жутковатую сцену. Ой, холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да, спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Алин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Смотри! Идет лек, лек волчьей пурги! Идет час белого хлада и света! Час безумия и презрения. Тед-дериад. Час конца. Мир умрет и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из зерна засеянного. Зерна возгорится пламенем. После этого транса и пророчеств Геральт со своей давней знакомой Шани решают оставить пацаненка пока у нее, чтобы она за ним приглядела. В то же время Геральт узнает, что в предместьях видели подозрительных людей со значками фигурок в виде саламандр. Также Шани намекнула, что возможно про саламандр знает преподобный. Это такой очень своеобразный священник, который не просто верит, а буквально помешан на религии. Поговорив с ним и попросив помощи, тот поставил условия Геральту. Если он обзаведется поддержкой трех жителей деревни, то тогда он расскажет о саламандрах. На этой локации ведьмаку приходится выполнять квесты трех персонажей – Оддо, Микулы
и Харена. Во время выполнения их поручений Геральт обнаруживает, как грабят краснолюда по имени Золтан. Золтан, озвученный Андреем Ярославцевым, который покинул нас в возрасте 64 лет, потрясающий актер дубляжа был, приглашает отпить спиртного в баре со своим старым другом, которого Геральт из-за амнезии, увы, не помнит. Пропустив пару стаканчиков, Геральт сообщает преподобному, что его поручение так-то выполнено. Однако священник хочет извлечь больше выгоды от союза с ведьмаком и поручает ему избавиться от некого зверя. Зверь — это такая красная собака большая, с которой предстоит нам сразиться. Он также упоминает некого Беренгара, именно того, который сбежал из Каэрморхена. Ему предназначалось это задание, но тот смылся и в этот раз, из-за чего у пастыря теперь двоякое отношение ко всем ведьмакам. Находясь в предместье, Геральт узнает, что в Изиме, куда ему надо, карантин, и пройти в город можно лишь с помощью некой грамоты, подписанной королем Тимерии. В свою очередь, Геральту не удается избавить деревню от пса-призрака. Тогда ведьмак решает использовать свои методы и отправляется к местной знахарке, зовут которую Эбигейл. Она приняла к себе Альвина, того самого мальчика, и, обнаружив в нем способности к магии, начинает ознакомливать его с необычным даром. Эбигейл решает показать ведьмаку этот дар, и Альвин снова читает пророчество, однако на этот раз от имени зверя, которого надо Геральту убить. Ведьмак начинает понимать, что пес — это олицетворение всех грехов и пороков жителей деревни. Тогда Геральт возвращается в таверну и видит бандитов, окружающих Шани. Что бы вы думали, понятное дело, ведьмак быстро расправился с ними. Шани сообщает ведьмаку, что саламандры забрали Альвина и других детей, чтобы продать их, переправив через пещеры в Изиму. Спеша в пещеры, Геральт узнает, что чародей Азар Явит, который скрылся вместе с профессором, находится в Изиме. Но перед ним стоят саламандры. Не без труда он их уничтожает и видит в глубине пещеры Эбигейл, которая скрывается от очень злых крестьян, ибо все население предместья винит Эбигейл в появлении красного зверя. Тут опять два сюжетных выбора. В первом ведьмак верит жителям и ведьму сжигают. В то же самое время она проклинает Геральта, а преподобный дает пропуск в Изиму. Однако стражник сдает Геральта Шани властям. Это считается плохим выбором. Хорошим же служит то, когда Геральт становится на сторону Эбигейл и понимает, что Ода – пьяница, который завидовал своему брату и убил его предательским образом. Харен ведет дела с саламандрами, а Микула, стражник, который, собственно, сдает нас в любой из концовок, изнасиловал свою невесту, вследствие чего она покончила жизнь самоубийством. А священник вообще торгует детьми с саламандрами. Короче, убийство всей этой чокнутой деревушки выглядит самым разумным. Хотя с первого взгляда оно таковым не казалось, однако такой художественный прием используется сценаристами этой игры. Тот же стражник Микула все равно сдаст нас. Короче, в Изиму так или иначе ведьмак попадает в кандалах. Той же ночью, как Геральт попал в тюрьму, некий капитан стражи Винсент Мейс объявляет амнистию тому, кто сможет убить Кокатрикса в канализации. Это такая огромная херобора, которую нам надо уничтожить. Выбивая шанс выбраться из тюрьмы, Геральт отправляется в канализацию. Там его встречает рыцарь ордена Пылающей Розы, Зигфрид. Этого парнягу тоже отправили на убийство монстра. С ним у нас есть два варианта. Согласиться и принять его помощь, тогда он получит повышение и достигнет звания десантника. И, кстати, в будущем он поможет беспрепятственно пройти на дамбу, представив его стражником как героя. Если же ему отказать в помощи и сказать, что Геральт работает один, тогда вы встретитесь после выполнения миссии с ним у госпиталя Святой Лебеды, где он будет понижен в звании до дозорного. Однако даже в таком случае он пропустит нас в больницу. Я считаю, что ему помочь нужно при любых обстоятельствах. Зигфрид также направит Геральта домой к местному детективу Реймонду Марвоу. И вот тут начинается самая интересная часть сюжета Ведьмака. Этот Марвоу расскажет подробно про саламандр и пообещает разузнать про них. Взяв при этом предоплату, Реймонд советует Ведьмаку самому поискать подозреваемых. Среди списка находится банкир Гован Вивальди, барыга Таллер, капитан стражи Винсент Мейс, главарь бандитов Могила и алхимик Калькштейн. Допросить раненого бойца не удается, так как его отравляют, после чего он умирает. Реймонд утверждает, что Азар Явит будет около старой башни на болоте, поэтому они должны срочно отправляться туда. Побродив там и сям, после долгого расследования ведьмак находит ключевую улику на городском кладбище — тело настоящего Реймонда. Геральт складывает дважды два и понимает, что тот детектив, который прикидывался Реймондом, был никто иной, как Азар Явит. В свою очередь, Калькштейн просит ведьмака открыть старую башню на болоте, где тот добывает
добывает сефироты, необходимые для открытия. Вместе с детективом Геральт отправляется к башне. Там Явит принимает свой истинный облик, а из портала появится профессор. В ходе драки маг признает, что недооценил ведьмака и оглушает его заклинанием, скрывшись при этом в исчезающем портале. Пока Геральт в отключке, на болотах сражаются эльфы с орденом. У нас по ходу игры есть всегда выбор – отдать свой голос белкам либо ордену, так что сохранять ведьмачий нейтралитет не получится. От этого еще и зависит, кто у нас будет ремесленником в Изиме. Например, по итогу же это все окажется неважным, ведь хороших не было, все плохие. Геральт еще повторяет всю игру одну фразу – «Я просто выбрал меньшее из зол». Проснувшись, Геральт находит себя пребывающим в доме Трис, где та беседует через телепорт с некой чародейкой. Она также расскажет, что это она его вытащила с болот, когда там сражался Орден из Кайтаэли. Ну, эльфы их так зовут просто по-правильному. В свою очередь, Трис просит Геральта пойти с ней на светскую встречу, где собираются влиятельные особы. Мы познакомимся много с кем, но среди них отличается один перчик, зовут которого Декван Леуварден. Господи, еле сказал. Геральт должен заручиться его поддержкой в борьбе с саламандрами. Леуварден заинтересовывается предложением ведьмака, и вдвоем они узнают, что их база находится в зоне карантина, в одном из заброшенных домов. Зайдя через непарадный вход, а проще говоря, через канализацию, и расправившись с парой утырков, Геральт слышит, как в центре комнаты общается через магическое зеркало король Редании Радовид Свирепый с представителями саламандр. Без радости приветствую вас, джентльмены. Хватит формальностей. Чего тебе нужно? Наши буквы зимы уничтожены. Наверное, это все нильфгаардские шпионы. Значит, вы по уши в дерьме. Причем тут я? Ваше Величество, нам нужна финансовая поддержка. А с чего бы мне вам помогать? Наши общие знакомые. Мы работаем на людей, которые тесно с вами связаны. Ты думаешь, что я с ума сошел? Но ваши... Это ты с ума сошел. Все эти эксперименты, сделки с Лисштехом... Тише. Я не буду тебе помогать. После этой беседы Геральт узнает, что база Саламандр находится в Изиме. Тут ему опять предстоит выбор, кого взять с собой на задание. Эльфа с фамилией Яевин, которому Геральт не раз помогал, или того самого Зигфрида, с которым мы ходили в поход на чудовищ. Выбор скорее номинальный, чем сильно играющий для сюжета. Когда Геральт приходит на место встречи, внезапно врывается Девет со своими предспешниками. Вместе с выбранным помощником ведьмак бьется с Саламандрами из-под тишка. Явет это один из персонажей, встречающихся ранее. Он пытается убить Геральта, но на ведьмаке срабатывает наложенное заклинание «Щит Альзура». Не получив должного результата, Явет скрывается в портале, а профессор, который был на стороне Яведа, убегает вглубь пещеры, где Геральт нагоняет и казнит его наконец-то. Ты победил! Что ж, иди! Твои бесценные сокровища тебя ждут! Ты получил, что хотел! Пощадишь? Попытка не пытка. Ты умеешь отбивать стрелы? В то же самое время на Геральта нападает королева Кикимор, бой с которой не из легких. Но все же убивая ее, Геральт выходит на белый свет. Но и тут ничего не заканчивается. Он встречает принцессу Аду, с которой познакомился на том самом балу, на который его отвела Трис. Во время того, как Геральт просит последнее желание поцеловать принцессу, его спасает Меригольд, перенося в темноводье. Не дождешься? Телепортировали. Вот дьявол. Начинается четвертая, очень запутанная глава. Тут внимательно слушайте, чтобы ничего не пропустить. Телепортировавшись на берег озера в темноводье, Геральт видит, как жители тех мест наблюдают появление древнего затонувшего города. Поговорив с ними, ведьмак узнает, что подводные жители враждуют с людьми. Ведьмак решает поговорить со жрецом из Солтостом деревни. Поговорив со жрецом водяных, он понимает, что виной всему Дагон. Это такой своеобразный аналог ваханесского чудовища. Жуткая, чудовищная хрень зеленая. Виноватыми оттенками, так еще и огромного размера. Собственно, его нам надо прикончить по просьбе владычицы озера. Это местная шишка, грубо говоря, ну а для кого-то вообще божество. В этой же главе мы и встречаем того таинственного ведьмака, про которого нам рассказывают всю игру, Перенгара. Встречаем же мы его на входе в склеп, где он ищет часть легендарных доспехов ведьмака Ворона. При встрече с Перенгаром тот не то чтобы доверяет Геральту, он даже смешит его. Ха-ха-ха-ха,
прямо к делу. Знаешь, что меня смешит, Геральт? Нет. Ты. Такой ведьмачистый, такой быстрый, такой самоуверенный. С таким непоколебимым чувством. Думаешь, ты лучше меня? Не знаю. Но я не хочу драться с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха! Кодекс это воспрещает! Ха-ха! Из разговора с ним мы узнаем, что он работал на Саламандр под предлогом. Ладно. История проста. Я никогда не был героем. Они нашли меня некоторое время назад, и тогда профессор сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Ты знаешь, помогай нам, или мы тебе скормим твои же яйца. Я сделал то, что пришлось сделать. Забавно. Они мне напомнили вас, ведьмаков. Никогда у меня не было выбора, что с вами, что с ними. Сперва ведьмаки сделали из меня мутанта, а потом профессор сделал из меня преступника. Вдвойне изгой. Я бежал при первой же возможности. Они от меня ничего не получили, я никого не продал. И вот я пришел сюда. От него же мы и получаем договор о перемирии между людьми и водяными. Дальше это вообще Санта-Барбара во вселенной Ведьмака. Тут слов из песни не выкинешь, так что попробуйте вникнуть. Богатый купец Юлиан обвенчался с дочерью Солтаса деревни, Алиной. Но Селина, сестра Алины, убивает ее, потому что сама любит Юлиана. После чего Селина умирает от руки Адама, который любил Алину. Любовный многоугольник замыкается на том, что одна сестра становится полуночницей, другая полуденницей. А Геральт бедный должен во всем этом кошмаре разобраться и расколдовать сестер. Ох уж эти женщины. Благо местная знахарка рассказывает, как это можно сделать. Для этого нужны все части разбитого зеркала Алины, подобрав которые, он их отдает ремесленнику. Показав свое отражение Алине, результата в этом зеркале не находит ведьмак. Тогда он идет к старому отшельнику. За венком бессмертника, который он должен найти для Селины. Короче, порешал это все известный бабник вселенной Ведьмака Лютик, который каким-то раком их всех расколдовал. Зачем я спас Абигайл? Потому что ее чести и добродетели что-то угрожало? Нет, потому что нарушили закон? Нет, я выбрал меньшее зло? Нет, преподобный и его паства сделали выбор. Я ведьмак, я не осуждаю, не наказываю, решаю человеческие проблемы. Не всегда мечом. Нет. После же всего этого, если по пути к Дагону подойти к Беренгару, то тот расскажет нам о намерениях Саламандр, что они хотят заполучить Альвина. Потом Геральт выполняет квест с перемирием, где мы убиваем того самого Дагона. И после благословения владычицы озера Геральт встречает Беренгара опять. И тот начинает рассказывать все, как было, как он всех заложил и как ситуация дошла до точки кипения. И тут, если не стать винить его в произошедшем, то у нас появится шанс еще раз увидеть нашего полулысого товарища после всей этой экзекуции. Ведьмак мчит обратно в Изиму, где видит, как местные эльфы во главе со старой знакомой Геральта Торувьель берут в заложники жителей деревни. Карательный отряд Пылающей Розы во главе с Белой Раилой направляется истребить бунтующих эльфов. Опять Геральту надо все это разруливать. Для этого он сначала пытается уговорить главу эльфов отпустить заложников, но она не соглашается. Тогда он идет к Белой Раиле, дабы отговорить ее нападать на эльфов. Она-то соглашается, но ее рыцари на эмоциях нападают на эльфов. И тут одни из самых жестких выборов. Если Геральт помогает Скайтаэлям, тогда Торувьель убивает рыцарей, а сам Геральт становится злейшим врагом Ордена. И кузнецы Ордена никогда ему больше не помогут. Если ведьмак помогает Ордену, тогда уже рыцари убивают эльфов, а Яевин делает ведьмака своим кровным врагом. И уже эльфы будут его ненавидеть. Но есть и третий вариант. Послать всех нахер и свалить из деревни. Ну а ведьмак в любом случае топает потихоньку к Изиме, ведь из письма Беренгара мы узнали, что с саламандрами не покончено, они скрываются именно в Изиме. Также нужно узнать у Трис, где может скрываться Альвин. Подплывая к Изимской пристани, Геральт видит клубы дыма. На пристани его встречает капитан стражи Винсент, где говорит, что банды Скайтаэли начали масштабное контрнаступление на рыцарей Ордена Пылающей Розы. Ведьмаку предстоит пробиться через это непотребство, где он видит короля Фольтеста, и тот просто умоляет Геральта
Геральта расколдовать свою дочь Аду от проклятия, до боли похожего на то, что уже было на нее наложено. Также мы встречаем Трис, спрашивая у нее, где может находиться Альвин. Мы не получим должного ответа, так как он, имея такую силу, может находиться где угодно. Отправившись на болото и освободив Аду от заклятия, примерно по тому же принципу, что и раньше, Геральту расскажут, где находится укрытие Явида. И вот на пути к этому самому укрытию он повстречает графа Девета. Оказывается, именно этот козел повторно наложил проклятие на принцессу, и ведьмак решает ему сделать секирьбащика. Тут же мы будем драться с призванным одним из магов существом под именем Кощей. Жутчайшая тварь, тихий ужас и кошмар всех арахнофобов, которого вместе с этим сраным магом нам предстоит линчевать. Притом мага мы будем убивать не в одиночку, а с тем самым ведьмаком Беренгаром, опять же при правильном выборе сюжетных диалогов. После же его смерти начинает орать зеркало и звать Явида, и спрашивать, как проходят эксперименты. Явед, слышишь меня? Что происходит? Как проходят эксперименты? Мне срочно нужны рыцари-мутанты из Вазимского ордена. И неудачных пришли. У меня мало времени. Ответь! Явед мертв. Геральт. Увидимся, великий магистр. Скоро. Узнав все нужные подробности, Геральту ничего не остается, как вернуться в Изиму, вокруг которой здесь все крутится и закончится начатое. По возвращению ведьмак идет к Фольтесту, чтобы рассказать королю о предательстве Якова. Тот, в свою очередь, просит ведьмака остановить начатый мятеж, к чему мы и приступаем. На пути к Якову ведьмак повстречает Зигфрида, который ведет за собой свору мутантов. Тут опять два возможных варианта. Либо убедить его сражаться против магистра, либо убить его нахрен. Но лучше убедить, конечно. Сложно передвигаясь, они убивают пачку за пачкой мутантов, и тут интересно. Если ведьмак сохранял нейтралитет или принял поддержку ордена, то он встретит Яевина с его отрядом эльфов. Но даже в этом случае можно убедить Яевина в опасности, исходящей от мутантов, а не убивать его, на что тот при определенных действиях соглашается. В убежище Якова не просто попасть Геральту. Приходится опять лезть через канализацию, где находится место обитания еще одного монстра. Ригера, на мой взгляд, самая жуткая тварь вселенной Ведьмака. Я даже не знаю, что это за чудовище, скрещенный карась со осьминогом и пауком какой-то. Файт с ним тяжелый, но все же победив его, в убежище мутантов он наблюдает иную картину. Большое количество крестьян пировали и развлекались, пока шла резня. Из разговора с Яковом Геральт понимает, что он пленник своих фантазий. Люди склонны творить зло. Я создам человека, закаленного в вечном огне. Кончил? Если да, то... Не веришь? Не твоя вина. И я иногда... Но сейчас вижу ясно. Это была ловушка, и она захлопнулась. Ведьмаку ничего не остается, кроме как пробираться на вершину горы, где его ждет Яков. Поднимаясь же в гору, мы встречаем большинство персонажей, которых мы видели по ходу всего нашего путешествия. И те, в свою очередь, либо дают бафы, либо пытаются нас убить. Все зависит от того, какие решения мы с ними принимали. Поднявшись в гору, мы встречаем Якова, убить которого нам и предстоит. Тут же, откуда ни возьмись, появляется король дикой охоты. Мы снова встретились, волк. Исполнил свое предназначение. Саламандры умирают и скоро превратятся в воспоминания. Саламандры — ничто. Это лишь частица хаоса, инструмент безумца, которого ты только что убил. Твое прошлое, твое предназначение, причины твоего воскрешения — все остается неизвестным. Слова, слова, слова. Ты всегда пользовался ими, чтобы скрыть страх или неуверенность. Когда-то я обещал, что буду следовать за тобой. Чушь, призрак. Скажи мне, чего ты хочешь, или исчезни. И тут опять два варианта. Если Геральт соглашается отдать душу Якова, тогда король дикой охоты уходит, говоря, что ведьмак знал магистра под другим именем. Но если не соглашаться, тогда предстоит файт с ним, где мы его побеждаем, а у Геральта остается один лишь серебряный меч, которым он и прикончит магистра. Отойдя ото сна, Геральт забирает украденные секреты ведьмачьей школы и мчит к Фольтесту за наградой, получив которую он видит мертвую стражу, а прибежав в тронный зал, он вступает в файт с неизвестным убийцем.
Вот такой вот очень запутанный и сложный сюжет получился в первом Ведьмаке, но и оттого не менее интересный. Игроки высоко оценили первую часть, выставив на ключевой тогда консоли для этой игры на ПК, то бишь 8,3 балла. Практически такой же балл отдали и журналисты. Игра многим понравилась, и ее сюжет запал в душу миллионов игроков. Цифры продаж были следующими. В феврале 2008 года было объявлено, что за первые 3 месяца компания CD Projekt Red продала 600 тысяч копий, а по тем меркам для, по сути, на тот момент инди-компании это был огромнейший успех. А первый миллион они размотали уже в декабре 2008-го. Ну а последние конкретные цифры продаж котируются концом мая 11-го, когда было продано 1 миллион 870 тысяч копий. Собственно, тогда уже на свет появилась вторая часть, о которой, если вам понравилось это видео, я сделаю обязательно материал. А сейчас приступим к ответу на главный вопрос. В Ведьмаке первом чувствовался свой стиль. В сюжете, к примеру, многие ключевые катсцены повествовались через комиксы, нарисованные вырезки, если так можно выразиться. Была неплохая постановка сцен на тот год, но много вещей в первом Ведьмаке сегодня, увы, уже смотрятся как вещи из игр старой школы. К примеру, те же квесты дополнительные берутся на доске в виде писем, но если вы их выполнять не хотите, просто идете и продаете их трактирщику. В игре надо было очень много читать, в прямом смысле, и не какие-то записки, как в Ведьмаке третьем. Едва ли найдется много людей, которые будут внутри игры читать книги сейчас, в эпоху поколения зумеров. Ту же взятку вон даешь нефиксированное число от какой-то суммы, а ты должен наугад дать взятку стражнику или кому-либо, еще и подумать: блин, а хватит ли ему этой суммы, которую я ему даю? Или все же он скажет: пошел ты нахер. Игра не щадила никого из игроков, буквально никого, цели такой не было, но и цели уничтожать игрока тоже в принципе не было. Она, конечно, в меру сложная, из-за своей боевой системы вопросов к ней немало отнюдь, но пройти ее можно даже сегодня. Сейчас по сети ходят слухи про то, что CD Projekt Red готовят то ли ремастер, то ли ремейк первой части, и зная то, какую политику заняла нынешняя, кстати, да, тут оговорился, не CD Projekt Red, они теперь Red 2.0, я бы крайне не хотел увидеть ремейк, а скорее было бы замечательно увидеть именно что ремастерд версию, где все сюжетные моменты, шпили-вили и прочие штучки, ныне неприемлемые в современной индустрии, оставили бы как есть. Но как оно будет на самом деле, хер его знает. Ведьмак 1 определенно заслуживает внимания, но сейчас он играется очень устарело. Чего нельзя сказать про вторую часть, которую я очень люблю и по которой я хочу сделать видео. Дайте знать, надо оно вам или нет. Спасибо за просмотр и всем мирного неба над головой. Увидимся.